Решил я помыть эту занавеску от известкового налета кислотой. Сначала снял, положил в ванну, думал, будет удобней. Было неудобно, она вся складывалась, со стенок падала на руки, обжигала кислотой. Тогда я ее обратно повесил на эту перекладину и начал тереть губкой. А чуть прижмешь, и край выскакивает из ванны, и кислота льется на пол. Неудобно. То есть тяжело было прижимать. Ну, то есть она не прижималась, некуда было прижимать. И правда говорят, что хорошая мысля приходит опосля, или век живи, век учись, один хрен дураком помрешь. Дошло только уже потом, когда 2 куба горячей воды, литр солиты ухандоша, лучше бы я ее новую купил. Надо было перекладину эту просто переставить на заднюю стенку, и тогда пленка упиралась бы, когда ее протираешь губкой. Но сейчас думаю, что где-то рублей в 600 мне стала помывка этой пленки. Лучше бы я новую купил, а эту просто выбросил. Не повторяйте моих ошибок. Всем пока.